Добрый денечек. Меня зовут Анна Сергеевна Белова. Это у нас N плюс вторая лекция по электронике основам электротехники. Сейчас у нас будет задачка на трехфазные цепи, соединенные треугольничком. Рисуем страшную штуку. На самом деле не такую страшную, как в прошлый раз, но возможно, нам покажется страшнее. Короче, там чуть-чуть отличается от предыдущей задачи. Но я думаю, вы разберетесь. Берем. И рисуем. Красиво, главное, красиво. Оп. 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 Что тут у нас? Тут у нас резистор. Катушкин. Конденсатор. И Катушкин. Вот. Идем дальше. Стрелочка. И соединяем это следующим образом. Вот так вот. Здесь, собственно, стрелочка. И соединяем вот так вот. Ну, то есть это ровненько должно быть в идеале. А здесь у нас стрелочка. И соединяем с катушечкой. А дальше мы соединяем все вот эти три штуки. И далее мы должны соединить их все еще раз друг с дружкой. То есть вот этот вот. Ну да, все правильно. Вот это вот мы ведем вот так. Вот это вот мы ведем вот так. И вот это вот мы ведем вот так. Вот таким образом у нас выглядит представление схемы звезда, чтобы можно было понять, что все-таки на ней происходит. Сейчас мы сделаем все обозначения, обозначим все точечки и уже относительно них будем плясать. Это что у нас? Это у нас... А, соответственно, ЕА, вот в эту вот сторону у нас направлено УА, Б, соответственно, ЕБ, вот в эту сторону у нас направлено УБ, С, ЕС, ну, то есть ЕС, и вот в эту сторону у нас УС. Далее у нас по каждой из этих штучек идет ток. Здесь у нас идет ток ИА. Здесь у нас с вами идет ток ИБ. Здесь у нас с вами идет ток ИС. Далее вот эта вот точечка А маленькая. Вот это вот, это точечка Б. И вот это узел С. Далее, на вот этих участках у нас, соответственно, идут с вами узлы, токи между этими участками. То есть вот здесь у нас будет ток идти И, А, Б. Это у нас R1, это у нас X, L1. Ну, чтобы жизнь медом не казалась, добавим еще катушку. Вам же мало будет, нам надо больше катушек. Здесь у нас идет ток И, Б, С. И сопротивление XC2. Здесь у нас, соответственно, ток CA. Да, все правильно. И CA. Сопротивление XL3. Далее, что нам было дано-то? Линейное напряжение. Так, вот черчу. Или с другой стороны. Ну, только с этой стороны удобнее. У линейное равно 380 вольт. R1 равно 6 Ом. 1 равно 6 Ом. XL1 равно 8 Ом. XL1 равно 8 Ом. А XC2 XC2 равно 10 Ом. И последнее XL3 равно чему? 10 Ом. Прекрасно, потрясно. Записывайте, зарисовывайте себе все. Задача будет точно такая же, как в прошлый раз. Найти все токи, найти сопротивление, найти, как оно куда течет.
построить векторные диаграммы, найти мощность, активную, реактивную, полную для данной, собственно, цепи. Вот. Точно? Да? Векторная диаграмма, мощность. И определить для цепи линейные фазовые токи. Стираем. Где губка-то? Вот она. Стираем. Класс. Огонь. В комплексной форме фазовое напряжение будут выглядеть при нагрузке следующим образом. У АБ то есть это то же самое, что АБ маленькое. У линейное умноженное на экспоненту в степени G 30 градусов. Равно 380 умноженное на экспоненту в степени G 30 градусов в вольтах. Дальше будет менее понятно, но, возможно, более понятно. Сейчас объясню. Сейчас я объясню. У BC у нас будет U линейное умноженное на экспоненту в степени минус G 90 градусов равно 380. Умноженное на экспоненту в степени минус G 90 градусов в вольтах. Смотрите, у нас есть вот одно напряжение, второе напряжение. Одно напряжение у нас со сдвигом по фазе минус 90, второе 30. 30 минус 90 получится 120. То есть сдвиг фазы в данном случае 120. И для данной цепи у нас они будут все с некоторым количеством сдвига фаз. Но между ними в любом случае у нас будет 120. Следующее, последнее, последнее, УЦА у нас будет равно также У линейное, умноженное на экспоненту в степени G. Угадайте, сколько? Правильно, 150. Равно 380 умноженное на экспоненту в степени G 150. Вот. Прекрасно, замечательно. Записали с вами все какие фазовые напряжения. Идем с вами дальше. Сопротивление. Будем считать сопротивление на каждой фазе. Ну, соответственно, мы найдем сопротивление, найдем с вами то. Сопротивление на фазе Z AB, ну, то есть на участке AB, у нас будет равно R1 плюс G умноженное на XL1. Был бы рисунок, цены бы мне не было, конечно. Будет равно 6 плюс G8 равно, равно 10 умноженное на экспонент в степени G 54 градуса примерно. Он храпит на моей лекции. Нормально вообще? Сейчас я приду. Ты опять храпишь на моих лекциях. Спасибо. Спасибо. Возвращайтесь с вами. Я понимаю, что конечно, что мои лекции очень скучные, вам очень сложно, очень тяжело, но хорошо, что вы не включаете микрофон, когда вы их слушаете. Спасибо. Продолжаем с вами дальше. ZBC. Следующим образом. Минус GXC. У нас там только конденсаторы. Равно минус G умноженное на 10 равно 10 умноженное на экспоненту в степени минус G 90 градусов. Ом. ZCA равно G умноженное на XL3 равно. Подставляем XL3. Ой, тяжелая неказиста жизнь простого препода.
это 10. А будет равно 10 умноженное на экспоненту в степени g 90 градусов. То есть, смотрите, вот это вот смещено на минус 90, это смещено на плюс 90. Отлично. Освобождаю вам, чтобы вы все могли себе приписать. Спасибо. Фазные токи определяются так, как в предыдущем случае, в предыдущей задаче. Делим напряжение на, собственно, сопротивление с вами. Стираю. Идем дальше. Идем дальше. По закону Ома. Все по закону Ома. И. А, Б. Пытаюсь писать даже красиво. Равно. У, А, Б. Деленное на Z, А, Б. Z в данном случае сопротивление. Не забываем. Почему не R? Потому что комплексное. Равно. 380. Умноженное на экспоненту в степени g 30, деленное на 10 в степени 10, умноженное на экспоненту в степени g 54, по-моему, да? 54. Равно 38, умноженное на экспоненту в степени минус g 20. 3 градуса. Где-то так. Так? Или 24. Ладно, неважно. В стандартной записи комплексного числа это будет выглядеть таким образом. 35. А здесь пересчитывать, переводить мы ничего друг из друга не будем, я надеюсь. Минус G 14 и 9 ампер. Следующий ток ИБЦ. Здесь немножко проще. ИБЦ у нас с вами будет равно УБЦ, деленное на ЗБЦ. Вспоминаем, сколько у нас там У. 380 умноженное на экспоненту в степени минус G90 градусов и деленное на 10 умноженное на экспоненту в степени минус g 90 градусов. Вау, прикольно, у нас g-шки совпадают, все будет очень красиво, все будет классно, они сократятся и получится 38 ампер. 38 ампер. Идем с вами дальше. И СА, собственно. И СА. У СА деленное на ЗСА. А равно 380 умноженное на экспоненту в степени g 150, деленное с вами на 10, умноженное на экспоненту в степени g 90. Будет равно 38 умноженное на экспоненту в степени g 60. Ну, здесь при вычитании степени, при определении степени вычитаются, я думаю, вы разберетесь. Градусы. Красивое. В стандартной записи комплексного числа будет 19 плюс G 33 ампера. Классно, прекрасно, замечательно, огонь. Для определения линейных токов будем использовать первый закон Кирхофа для точек А, Б и С, которые были с вами указаны на рисунке. Так что сами вернитесь к рисунку, сами там все посмотрите. И определим с вами уже токи дальше. Все? Все подскринили, нет, скринили, не знаю. Идем дальше. Мне иногда кажется, что я как бы для тупых объясняю. Но потом я понимаю, насколько мне сложно
То есть, насколько детям реально сложно. Это маркер по-любому, нос чешется. Понять, что происходит, потому что я сегодня человеку объясняла, как решать систему линейных уравнений 6 часов. Ну, как объясняла я, то есть я ему показываю, смотрю, ошибка, делать надо вот так. Хорошо, он пошел гуглить. Я говорю, ошибка, делать надо вот так. Хорошо, он пошел гуглить. Ну, как бы там уже какой, 4-й курс, человек не умеет систему уравнений решать. Но он не сдался. Он даже решил. Я очень этому рада. Это классно. Это огонь. Меня только удивляют такие люди, у которых что-то не получается, они не сдаются, продолжают что-то решать. Это очень прикольно. Это интересно. И А. В данном случае А у нас будет равно. И АВ минус И СА. Берем то, что у нас с вами было. Получается 35. Минус G 14,9 минус 19 минус G 33. С вами получается 16 минус G 47,9 равно 55 умноженное на экспоненты в степени минус G. Сколько? 72 градуса. Примерно ампер. Дальше ток B будет находиться следующим образом. ИБЦ минус ИАБ будет равно. Не пугайтесь, что я здесь просто разные буквы пишу. Все одно. Это маленькое А. То же самое. Все одно и то же. Там больше букв просто нет. 38 минус 35 плюс G 14,9 будет равно. Будет равно. Будет равно. 3 плюс G 14,9 будет равно 15,1 умноженное на экспоненту в степени G. 78 примерно градусов, там не точно будет 78 градусов ампер. И последний, ИС. У нас будет следующим образом. ИСА минус ИБЦ равно 19 плюс G умноженное на 33 минус 38 равно... Равно минус 19 плюс G умноженное на 33 равно 38 экспонента в степени G 120 градусов ампер. Ура! Прекрасно, великолепно. Маркер перестает писать. Надо уже новый покупать. Вот. Все с вами линейные токи мы нашли. Далее мы переходим с вами к тому, что нам надо найти мощности. Мощность активная, мощность с вами реактивная. Так, все записали, это BC и AB. Здесь все понятно. И А, и AB минус и CA, и B, и BC минус и AB, и C, и CA минус и BC. Идем дальше. Дальше. И приходим к мощностям. Мощность активная или реактивная на прошлом занятии. Это все с вами было на прошлой задачке. САБ у нас будет равно УАБ. Б пусть будет умноженное на ИАБ. Равно 380 умноженное на экспоненту в степени g 30 умноженное на 38 экспонента в степени g 23. Вот равно. Большое страшное число. 14400 умноженное на экспоненту в степени g 53
градуса. Если представить стандартные записи, будет еще страшнее. 8, 6, 6, 6, плюс G, 11, 500. Вольт ампер. Для SBC. SBC. Ну, будет равно. UBC умноженное на IBC. Триста восемьдесят умноженное на экспоненту в степени минус g90 умноженное на 38 будет равно такие же страшные числа 14 400 умноженное на экспоненту в степени минус g90 равно минус g умноженное на 4. Минус g умноженное на 440 вольт ампер. Почему? Вспоминаем, у нас с вами была только комплексная составляющая, причем, по-моему, конденсатор. Да, по-моему, только конденсатор. И, соответственно, у нас вылезает с вами только комплексная часть этого числа. На второй половине их будет то же самое, только с другим знаком. S, что там? CA. CA. У СА на И СА будет равно 380 умножено на экспоненту в степени G 150 умножено на 38 экспоненту в степени минус G 60 равно 14 400 умножено на экспоненту в степени g 90 равно g 14 400. Как я и говорила, будет то же самое, только с обратным знаком. Вольт на ампер. Отлично. И последнее, давайте я на этой же доске запишу, чтобы у нас влезло. Полная мощность. У нас еще будет еще одна полная мощность. Да, давайте на другой доске. Сотру. А там с вами разберемся. Если что, застопорили, да? Молодцы. Прекрасно, замечательно, потрясающе. Как жаль, что я не обладаю... Господи, этот маркер, оно специально чешется. Как жаль, что я не обладаю феноменальной памятью и не помню все, что я вам писала до этого. Поэтому, листочек. П. Полная мощность у нас будет равна P на участке AB плюс P на участке BC плюс P на участке CA. Здесь у нас активная мощность, только целая часть, которая у нас была от мощности. У нас там было 8, 6, 6, 6, 6 и вторые две по нулям. Плюс 0, плюс 0. Получается 866 ватт. 8666 ватт. Далее берем реактивную мощность. Это только комплексная составляющая мощности, которая нам с вами нужна. И она будет записываться следующим образом. Она у нас, кстати, есть на всех трех фазах. Q равно QAB плюс QBC плюс Q СА равно 11500 минус 14400 плюс 14400. Мы же с вами такие замечательные, мы все замечаем. Заметили? Ну, конечно, заметили, господи. Вот одна вот половинка, вот вторая. Вот они одинаковые, они самоуничтожаются. Почему? Потому что у нас там были два одинаковых номинала. Вот и все. Вот все, полная мощность. Полная реактивная мощность, извиняюсь. 11500. И полная трехфазная мощность, тоже формула у нас с вами была. Вот такая вот. S равно корень квадратный из P квадрат плюс Q квадрат.
Вот равно. Давайте так вот. Корень квадратный. 8, 6, 6, 6 в квадрате. Плюс 11, 500 в квадрате. И я думаю, вы мне поверите, что это будет 14, 400. Вот, я бы сказала, на этом решении наша задача закончена, но нет. Не. Сейчас еще векторную диаграмму построим, и все. И на этом будет все. Все отскринили, остановили, записали, молодцы. Идем дальше. Эта половинка не стирается, стирается только жесткая часть. Доска бужит, что поделать. Отлично, рисуем с вами векторную диаграмму и ужасаемся. Придется рисовать во всю доску. Красивые. Здесь у нас Р, здесь у нас Им. И у нас это будет выглядеть следующим образом. Давайте нарисуем У. А, не могу его найти. УА. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Пом-полам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ой, дай бог. Не ужаснемся. С 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ох. Ладно, хорошо. Вектор УА будет выглядеть следующим образом. Он у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 клеточек сюда. Раз, два, четыре, шесть. Вот это вот УА. А мы знаем, что у нас целенький, такой хорошенький, все прекрасно. УБ. У нас будет под 180, под 200, под 180, господи, 120 градусов. И будет выглядеть следующим образом. То есть примерно вот так вот. УБ. И УС, соответственно, так же. УС. Далее начинаются пряски с бубнами. УСА. У нас будет выглядеть вот так. То есть мы берем точку А, берем точку С, соединяем, и, собственно, векторы их разности у нас будет так выглядеть. А, вектор БС. Вверх или вниз? Вниз. Будет выглядеть вот так вот. Это УСА. УБС. Ну и, соответственно, последний УАБ, по сторону вправо. УАБ. И казалось бы, что все, но нет. Мы идем с вами дальше. На самом деле ужасаемся. И идем с вами дальше. Здесь у нас векторная диаграмма еще токов. То есть вот в этой вот точечке у нас с вами откладывается ток. Ток ИС, который совпадает с продолжением этого вектора. Вот такой вот И, С, ток И, С, А. Примерно такой же длины И, С, А. И между ними будет еще маленький такой ток И, Б, С. То есть их разность, это как раз и дает ток минус, точнее, минус И, Б, С. Здесь у нас ситуация аналогичная, то есть у нас как-то так вот будет выглядеть ток И, Б. Почти под 90 градусов к нему у нас будет ток И, А, С. И как их сумочка у нас будет ток минус И, А, А. Почему-то написано.
сопряженное, видимо, имели в виду. Скорее всего, это просто вектор дополнительный сопряженный. Сейчас объясню, в чем суть. Если мы будем строить потоком на втором, на последнем углу, у нас с вами ток ИА будет выглядеть примерно вот так вот. ИА, то есть он вниз у нас идет, там минус сколько? Почти 90 градусов или 70 с чем-то. Неважно. И мы достроим вот этот вот вектор ИАА, который является разностью вектора ИБ и ИАС. Вот он. То есть он, по факту, его физически нет, его просто нарисовали здесь и перенесли сюда. И он такой же по длине и такой же по наклону. Ну, примерно я пыталась. То мы у вас получим что? Смотрите, вот эти два вектора вычитаются из себя, получается BC. Вот этот вектор вычитается из него. Вот если это AC и это AC, мы его просто перенесли, чтобы векторно посчитать. Мы получаем с вами вектор AA. И далее, если мы берем вектор AA и вычитаем его из вектора A, у нас как раз получается вектор EN. То есть тот самый нейтральный, который по-хорошему должен был бы быть. Вот. Как-то так. Надеюсь, я вас не запутала. Если я вас запутала, я вас распутаю. В любом случае, я думаю, что вы все записали. Все у вас будет хорошо. С векторной диаграммой не пугайтесь. Я подумаю, как можно сделать ее попроще. Всего хорошего!